Говорю, имение тут одно, экскаватором расковыряли. Дед Серег, говорю, поедешь. Кто-то говорил там в последнем видео, разобью об липу прибор. Я вот уже прибор возле липы поставил, об эту липу я, кажется, его и бахну, если сегодня опять ничего не найду, блин. Где вы там едете? Пашка, едем. Выходи уже. Дядь Серега, психуем. Давайте скорее, а то опоздаете, я не дождусь. Вот летчики уже приехали. Летим к месту. Сейчас проверим, ничего не найдем. Поболтаем и домой поедем. Это же брусчатка, смотри. Конечно, барский дом. О, вот они полетели. Гады полетели. Смотри, да. Тут грузовики стоят, вот, тут, и, значит, блядь. Облава будет. Да не переживай. Все схвачено. И захвачено. И захвачено. Все зафиксировано. И утрировано. Да. Да идите, не ждите, я лишь горячу. Пойдем. Обходить надо, да? О, нас зовут уже, пойдем. 25-ю поставить. На мелкие сигналы. Поликон. Что-то, Женя, все-таки об липу разбил прибор, да? Без прибора теперь спином ездишь. Что-то изменило. Работает вообще? Работает. Только на золото. Влад, второй саперный полк. Скучно. Как без этого? Подошел местный, говорит, нашел старинную монету. И вот предлагает Жене ее приобрести. Скорее всего, думаю, это какой-нибудь 10 финингов. Фашистские, как они называются, цинковые. А человек хотел бы употребить. Думал, дорогостоящая монета. Проволока. Ну, чувствую, этого говна здесь будет. Что-то какая-то лажа, а не имение, да? Да, вот так вот. Нет, цензуру наложим. Я сейчас спину найду монету, спорим? По нашим последним выездам поминать их надо. Thank you.